Камчатский вулкан Безымянный начал выбрасывать пепел 20 декабря 2017 года в 15:40 по местному времени. В результате серии выбросов образовалось громадное облако пепла, которое поднялось в высоту на 15 километров. Специалисты говорят, что взрыв этого вулкана стал самым масштабным с 2006 года. Вулканологи отметили рост активности Безымянного 18 декабря 2017 года. Цветовой код опасности вулкана для авиации был повышен с желтого до оранжевого. Служба мониторинга предупредила о возможном мощном выбросе за 35 минут до начала извержения исполина. Информацию о вулкане стали собирать после катастрофического извержения в марте 1956 года. Тогда пепловый столб поднялся до 45 километров над уровнем моря. Ударная волна от взрыва ломала деревья на расстоянии до 18 километров от вулкана. Площадь области, охваченной взрывом, составила более 500 квадратных километров. В помощь ученым и всем нам для глубокого изучения процессов, происходящих в микро- и макромире, вышла видеоверсия доклада «Исконная физика АЛЛАТРА». Знания исконной физики АЛЛАТРА помогают понять, что такое этот мир, из чего он состоит и какие реальные процессы в нем происходят не на уровне видимого мира, а на уровне элементарных частиц. Последние исследования международной группы ученых Международного общественного движения АЛЛАТРА показывают, что, обладая знаниями исконной физики АЛЛАТРА, обществу под силу успешно минимизировать степень разрушительного действия стихии, сохраняя при этом самое ценное – жизни людей. Будущее человечества в руках самих людей. Дорогие зрители, если вы хотите иметь постоянно свежую и объективную информацию, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, и мы будем освещать интересующие вас изменения климата.